Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу і запрошую до програми «Це вас хвилює». Ми сьогодні будемо спілкуватися із лікарем-дієтологом Романом Борисовичем Мазо. Сьогодні чимало статей написано, сьогодні надзвичайно багато можна прочитати у соціальних мережах про те, як правильно харчуватися, як неправильно харчуватися, які існують дієти, що корисне, що не корисне, і все таке інше. Але мені здається, що насправді не те, що кожен обирає для себе, а істина, вона десь, як то кажуть, десь посередині. І довіритись абсолютно чітко якомусь єдиному джерелу або загальному джерелу, адже кожна людина має ще якісь свої певні особливості, властивості, які тільки їй притаманні, це просто неможливо. Отже, наскільки сучасна людина залежна від, ну, я скажу навіть так, залежна від їжі. Я не маю на увазі суто фізіологічний процес, що ми не їмо, а то вмираємо. Я маю на увазі трохи інше. Світ настільки безмежний, так багато нам всього, як я вже сказала, пропонує різного. І сучасна людина, в тому числі, в залежність і від цього теж потрапляє. Мені так здається. Чи поділяєте ви таку думку, як лікар-дієтолог? Американцы сейчас говорят даже о пищевой зависимости. То есть они ее рассматривают в том же контексте, в котором рассматривают зависимость от табакокурения и алкоголизма. Вот так все страшно на самом деле. То есть как тяжелую болезнь. Да, то есть человек ест не по потребностям. Человек ест ситуативно для улучшения своего настроения, заедая проблему, заедая стресс на свадьбе, на похоронах. Все равно он ест везде. Он ест в общественном транспорте. Он ест поздно вечером, он ест тогда, когда ему это удобно, и ему кажется, что это будет уместно. Нормально. Да, то есть мы, получается, начинаем есть просто потому, что это тешит, так скажем, твое... Что-то тешит. Тебе улучшается настроение от этого, не более того. То есть тебе в этот момент, может быть, и не нужно есть. Вот это уже, значит, называется проблемой. То есть это зависимость. Вы говорите зависимость, но еще буквально несколько лет тому назад о пищевой зависимости не говорили, но говорили, что есть болезнь булимия. Это разные да, вещи, конечно. Да, конечно. Булимия – это уже психиатрия такая тяжелая, да, то есть безудержное питание, да, то есть недавно человек, который не стал моим клиентом, к сожалению, родственники рассказывали, как он страшно погибал, то есть вот в момент смерти он весил 250 килограмм, вот, то есть он ничего не хотел слышать вообще о том, что я существую на свете, вот. То есть в возрасте 47 лет он погиб от сердечно-сосудистых осложнений. Вот так вот страшно. Но то есть, это, конечно же, не булимия. То есть мы рассматриваем варианты какого-то просто девиантного поведения, так скажем, или аддикции. То есть аддикция – это стремление к чему-нибудь, ну такое, в общем-то, на грани фола. То есть кто его реализует в большей степени, кто в меньшей. Вы знаете, сегодня на самом деле мы так или иначе, ну вот если я не буду сейчас говорить о зависимости, но в какой-то плен определенный попадаем. Почему? Потому что буквально на каждом шагу нас окружает какая-то реклама, нас окружает громадное количество всевозможных. В Николаеве еще чуть поменьше, а в Киеве у меня такое ощущение, что на каждом квартале какие-то точки, машинки, с которых продают, где-то продают всякие пончики, где-то продают... хот-доги, где-то еще что-то продают. То есть мы буквально в плену еды. Нас сопровождает на каждом шагу реклама и призывы что-то сделать, что-то съесть, что-то выпить. Я надеюсь, что мы придем, эволюционно придем, ментально придем к идее ограничения продажи еды. Я надеюсь, когда-нибудь. То есть сейчас мы пришли к тому, что надо ограничивать прием, продажу сигареты и алкоголя, да, по времени, по месту и так далее, и тому подобное. По возрасту. По возрасту. То есть здесь, возможно, проблема настолько сложна, потому что табакокурение не является естественным времяпрепровождением, потребностью, да? А еда является. Вот как эту границу поймать, очень сложно. Но вы сейчас говорите именно о еде, не о продуктах, а о еде. О еде как о самом процессе, да, что такое еда? Еда – это потребление пищи, которая нужна для того, чтобы ты продолжал жить, но не более того. То есть это просто, ну, так скажем, потребление тех затрат, которые ты затратил за последнее время. Ну и знаете, я просто тоже сейчас вот говорю об этом, что вот нас все это окружает. Я вспомнила, как достаточно давно, по-моему, 2000 или 2001 год, когда я была в Киеве в командировке, я увидела такую картинку, что впервые тогда в Киеве люди на бегу пьют кофе.
И я подумала о том, что Киев очень меняется. Потому что для меня этот город был всегда это городом там, неспешных каких-то бесед, неспешного движения. И для того, чтобы выпить кофе, нужно было с друзьями в кофейне встретиться и посидеть, mm-hmm. и выпить кофе. Кофе на бегу – это тоже такая же, по-моему, из этого же ряда, да, все эти штуки. А это сопровождается еще дополнительно какими-то символами, штуками, знаками, и ты уже чувствуешь себя причастным к какому-то более или менее современному сообществу. Ну, есть еще такое понимание, как культура потребления любой услуги, да, то есть культура потребления. Есть питание домашнее, есть питание в ресторане, есть курьерская доставка еды, а есть просто классический фастфуд, да, то есть вот фастфуд – это, в общем-то, приговор, в принципе, потреблению пищи как таковому. То есть это чистая погоня за прибылью и утоление жажды и еды любой ценой в любой ситуации. Вот ты хочешь – ты получаешь. То есть хот-дог Макдональдса, не хот-дог, Биг Мак Макдональдса 60-го года, кажется, весил 60 грамм, представляете? А сейчас он весит 250. Вот и все. То есть Кока-Кола 60-го года, большая, является сейчас уже средней. Да? То есть нам предлагают все больше, больше. Ты хочешь? Пожалуйста, без проблем. И даже не хотят тебе за это деньги брать. Только приди, только съешь. Но фастфуд, вы сейчас озвучили уже вот так, что фастфуд – это в принципе приговор. Да? А вот остальное, вот, там, допустим, домашняя еда, там, в ресторан сходите, мы же не будем говорить, что это однозначно хорошо, это однозначно плохо. Ну, это лучше, это лучше. Однозначно лучше, чем фастфуд. Лучше, чем фастфуд, да. Но там можно себе придумать такое же, конечно, издевательство над своим животом. И когда, знаете, я говорю, что классно есть морепродукты, а человек говорит, да не против, я, в общем-то, тут в Воге сейчас себе, я имею в виду сковородку Вог, да, 400 грамм креветок на маслице пожарю. Я говорю, вы самый лучший продукт, морепродукт с хорошим содержанием белка просто превратили в ничто. Да? То есть испортить можно все, что угодно в домашних условиях. Роман Борисович, мы говорим о том, что в принципе сегодня потребление еды – это в какой-то степени стало проблемой. Еда сама по себе, она же не убивает, она приводит к каким-то проблемам, которые становятся источником болезней и так далее, и так далее. Какие самые страшные последствия переедания? Переедание, потребление нездоровой еды. Я немножко хотел сказать о статистике. То есть порядка 1,1 миллиарда людей в мире страдают избыточным весом. Это еще не ожирение. И порядка 700, по разным данным, от 500 до 700 миллионов страдают ожирением. То есть вот так в актуальности проблемы, представляете себе, да? То есть примерно треть человечества сейчас находится как минимум в избыточном весе или даже уже в ожирении. То есть об актуальности не надо говорить, да? В общем-то, цифры говорят сами о себе. А дальше нужно просто все время думать, что мы едим. Просто понимать, что питание может быть разным. Оно может быть вкусным, оно может быть разнообразным, оно не должно быть обязательно дорогим, но оно может быть не вредным. Да? То есть потребление пищи может вызвать что? Но оно может вызвать в плохом случае отравление, если это некачественный продукт. Вот. Может вызвать повышение сахара, если это длительное потребление сахара, содержащих высоких препаратов. Вот. Развею миф по поводу атеросклероза и связи вообще холестерина и потребления жирной пищи. Прямой связи нету. То есть повышенное потребление жирной пищи может привести скорее к ожирению, но вряд ли приведет к повышению холестерина. То есть холестерин – это больше генетика, а ожирение – это больше поведение и образ жизни на самом деле. Ну да, я только хотела сказать, что ожирение в каком-то смысле, нельзя сказать прямо, что это передается по наследству, но на самом деле в переносном смысле так сказать можно, потому что это привитые пищевые семьёй, привычки. Да, это семья, да. То есть вот в семье, если есть определенная культура потребления жирных продуктов, сладких продуктов, это может привести в будущем к ожирению. Потому что есть такая интересная американская статистика, когда они, в общем-то, много детей усыновляют, и понятно, что у них нет генетики той, ну, которую, да. То есть они берут детей из Филиппин, из Африки, да, и эти дети начинают болеть ожирением. То есть понятно, что это больше культурологическая проблема, нежели медицинская, генетическая проблема. Сегодня приходится, ну, к счастью, достаточно часто обращать внимание на то, что кто-то говорит, я решил все, я выбрал здоровую еду, я выбрал здоровый образ жизни.
Но на самом деле только выбрать здоровую еду или тот здоровый образ жизни, который в нашем представлении есть, то этого оказывается мало. Мне кажется, что это должен быть какой-то целый комплекс мероприятий. Сходите к врачу, да. То есть я сначала всех призываю, сходите к врачу, к любому, не обязательно к такому узкому специалисту, как гастроэнтеролог или диетолог, или эндокринолог. Это может быть обычный терапевт, который просто возьмет какие-то общие анализы, и хотя бы вы будете понимать, с чего вы стартуете. Да? То есть это все равно, что пытаться сегодня решить, что я начинаю бегать, да? Или я начинаю ходить в спортивный зал. А кто тебе сказал, что ты можешь туда сходить? Да? Ну да, или бегать, потому что действительно приходилось сталкиваться с таким, что врач говорит, хорошо, ты завтра можешь надеть спортивный костюм и побежать, но потом ты сразу попадешь ко мне. Есть такие ситуации. Первое, это просто узнать что-то о себе, вот вкратце, вообще с чего мы стартуем. И самое интересное, что очень часто приходится констатировать факт, что у человека нет лишнего веса. Вот. То есть есть какие-то совершенно иллюзии. То есть я всегда эти формулы привожу в прямом эфире, они очень простые, вы просто можете свою массу разделить на рост в сантиметрах, в метрах в квадрате. Ну, то есть должны получиться килограммы на метр квадратный. Вот. Если у вас цифра выйдет 25 и менее, у вас нет лишнего веса. Вот. Только если она превышает 25 и до 30, это избыточный вес, и более 30 это уже начинаются разные степени ожирения. Ну, это самая простая формула, или взять в руки рулетку и померить свою талию, если она больше 80 сантиметров у женщины и более 94 сантиметров у мужчин, надо задуматься о том, что есть неправильное отложение жира. Вот. То есть у нас есть две совершенно разные группы людей. Одни явно имеют проблемы и пока не задумываются об этом вообще. То есть их это не интересует. К сожалению, это чаще мужчин. Вот. И есть женщины, у которых, может, на самом деле и нет особых проблем, но они вот уже, вот опять же, другую информацию, средства массовой информации впитав, начинают находиться в состоянии какой-то фобии. Да, вот мне этого нельзя, этого я, наверное, не буду есть. И там люди зашорены и страшно дезинформированы, как и во многих других сферах. Если вы рекомендуете как первый шаг осуществить поход к врачу, то, я так понимаю, нужно отдавать себе отчет, что в любом случае каждая проблема, если присутствует лишний вес или там ожирение, то она в любом случае индивидуальна. Ну, и это я к чему? Что нет универсального рецепта? Ну, чаще всего, да, к сожалению, есть несколько основных, но нужно разобраться, это эндокринологические проблемы, или это поведенческие проблемы, то есть это просто переедание, или же это какие-то генетические факторы, то есть может быть полиэтиологические, то есть вначале есть какой-то серьезный стресс, потом на него накручиваются уже проблемы, связанные с какими-то психосоматическими заболеваниями. Сценариев очень много, и каждый раз нужно разбираться в подходах. Когда-то я прибегаю к теме даже работы с психотерапевтом, то есть где-то нужно помогать и психологически человеку, потому что он приходит вроде бы, условно говоря, с бесплодием или с метаболическими осложнениями какими-то, на самом деле оказывается, что у него есть очень серьезные проблемы, связанные с психикой. А работает ли это? Вот иногда психоаналитики говорят, что достаточно найти эту болевую точку, разрешить эту проблему где-то в далеком прошлом, и вы на сегодняшний день вы оказываетесь автоматически свободными от влияния той проблемы. В случае с ожирением происходят такие вещи? Можно, добравшись вот до той проблемы, разрешить ее, посмотреть на нее уже с точки зрения сегодняшнего опыта абсолютно осознанно и понять, что на самом деле ты тащишь на себе груз этих проблем? Это ни к чему совершенно. У меня есть очень интересные сценарии, очень интересные варианты, но их немного. Да? То есть человек ленив, судя по всему, то есть он готов этим заниматься в остром периоде. Да? То есть вот он готов решить какие-то свои проблемы узкие вот сегодня, сейчас, с помощью врачей. А потом оставаться вот в этом положительном пуле, в каком-то положительном тренде достаточно сложно. Потом это все наваливается, забывается, затирается где-то, а привычка переедать может постепенно опять тебя побежать. Ну, наверное, вам известны случаи, когда человек радикально бросает курить и годы не курит, известно. И все равно к этому возвращается, понимаете, да? То есть это, к сожалению, вот это тот случай, когда есть зависимость, да? А почему бы, собственно, вот я ее победил, эту проблему, вот смотрите, какой я красивый. А потом этот червячок где-то там продолжает тебя глодать и вылезает. Это сложно. Ну, действительно, вот таких примеров великое множество, да. Когда человек, справившись на короткий период с чем-то, вот как вы говорите, в острой ситуации, затем он
перестает жить в этом позитиве, в пищевом ли в позитиве, в безникотиновом позитиве, ну или вот каким-то таким образом. Что оказывается сильнее? Сила обстоятельств. Да? То человек может себе объяснить все, что угодно. То есть сегодня корпоратив, и я сегодня готов себе простить все, что угодно. А завтра будет завтра. А завтра будет день рождения. А послезавтра будет, ну, вот я вам как уролог скажу, ну, да, то есть человек говорит, я принимаю антибиотики, но у меня завтра день рождения. Я говорю, ну вы принимаете антибиотики, вы сами ответили на свой вопрос, зачем вы его еще раз задаете? Но он хочет от доктора услышать какое-то послабление. Ну ладно, можно, чуть-чуть же можно. Приходится быть немножко жестким, даже жестоким, да? Ты или с доктором, ты или заодно с ним, или ты играешь в какую-то нечестную игру, да? То есть когда ко мне человек, условно говоря, 12 дней подряд пишет отчеты о своем питании, в которых просто идеально придерживается моей рекомендации, и на 13-й день у него 300 грамм тортика с двумя бутербродами с красной икрой, то есть он подписывает, в общем-то, расписывается в своем, в общем-то, беспомощности со своими проблемами. Да? Ну, Лариса Ильич, ну, мне приходилось тоже читать вот о такой штуке, что иногда происходит такое, что человек там держится, а есть врачи или диетологи, которые говорят о том, что вы раз в месяц можете себе позволить, там, или раз в два месяца, немного отойти от этого, да, от всего. Таких потому что, да, но у нас, да, потому что чаще... на самом деле... Мысль о том, что мне нельзя, она оказывается намного сильнее, вреднее, чем то, что ты берешь и съедаешь кусочек вот этого нельзя. Да. Ну, этого я с вами согласен. Но чаще всего у меня получается так, что мы сделаем все, доктор, как нужно, но миску со снейками, миску со снейками на столе у секретарши мы просто не убрали. И мы мимо нее целый день ходим и немножко подъедаем из этой миски. То есть человек просто вот не отдает. Он уже на механическом уровне даже. Вот это вот проблема. То есть, а про Новый год никто не говорит, конечно же. Но я иногда просто начинаю загибать на пальцы, говорю, слушайте, сколько у вас родственников и знакомых, давайте мы поймем, на какие дни рождения вы ходите, а на какие вы не ходите. То есть человека там еженедельно есть, предположим, день рождения. И тогда это дискредитация всего. Да? То есть человек говорит, да я вот там трошечки. Я говорю, давайте я вам посчитаю ваш обеденный рацион, и вы его интегрируете в день рождения. Вы сидите примерно то же самое, но в красивом виде. Все. Нет, должен быть тортик. Я говорю, ну, или там кофе с 6 ложками сахара. Я говорю, ну, не надо с 6. Кофе, да, но не надо 6 ложек сахара. Ну, так получалось, что мне приходилось в жизни встречать людей, у которых там действительно в чае оказывалось там 4-5 ложек сахара, там невероятное какое-то количество. И при всем при этом человек даст, там была какая-то определенная... Лишний вес был, безусловно. Но при всем при этом человек всю жизнь себя чувствовал просто прекрасно, очень активно, очень бодро, очень подвижный. Означает ли это, что какой-то был все-таки оптимальный вариант для него? То есть ни болезни, которая может спровоцировать лишний вес, ничего такого, ни вот там зависимости от жары, страдать от жары, невозможность легко себя чувствовать. Нет. Ну, мы всегда оперируем статистикой, а статистика – вещь такая упрямая штука. То есть все равно человек теряет часть здоровья, может быть, на более позднем этапе, но он все равно склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям, он склонен к диабету, он склонен к другим обменным заболеваниям. То есть просто ему дано такое сумасшедшее здоровье, что он его даже таким жестоким образом не может, так скажем, испортить так быстро. Да, такие случаи есть. То есть у меня есть такой человек, который весит где-то порядка 170 килограмм. Вот. И в принципе, вот я констатирую факт, что он на самом деле не очень болен до сих пор. То есть у него нету никаких, как ни странно. Да, у него нету никаких сердечно-сосудистых нарушений, у него нормальное давление, у него нормальный сахар. Вот. Он его там есть. Он себя прекрасно, да, чувствует. Ну, чувствует он себя не всегда хорошо. Вот. Но у него есть проблемы там по дыхательной системе, но они незначительные. Ну вот да, вот такой вот бывший спортсмен, он высокий человек, то есть у него индекс массы тела – это даже не третья степень ожирения, просто гигантский человек. Вот. Но я начинаю с ним говорить о каких-то проблемах, он говорит, ну пока же их нет. Я говорю, ну подождите, вам всего 50 лет, и вы только стали молодым дедушкой, может быть, надо подольше пожить. И есть четкий прогноз о том, что он проживет меньше, нежели если бы у него не было этих килограмм. То есть это же такая строгая медицинская статистика.
Роман Борисович, если попытаться охарактеризовать в несколько предложений, здоровая еда сегодня это? Очень сложный вопрос, да. Все хотят быстрых каких-то рецептов, она для каждого своя. То есть, во-первых, всегда человек, который попадает на общение со мной, он получает некую анкету, в которой он предлагает свое питание. Он рассказывает о том, как он питается. И правильный доктор, он должен адаптировать питание, которое свойственно этому человеку в этой самой местности, с его традициями семейными, с его этнографией, с его какими-то особенностями дня и ночи, да, отношением там, отдыха и нагрузки физической, можно предложить что-то. Потому что, конечно же, можно в виде догм сказать, что эта пища должна быть богатая жирами, богатая белками, относительно низким количеством жира и со стандартным отношением углеводов. Я очень тяжело отношусь к безуглеводистым диетам, я считаю, что это неправильная совершенно еда. Вот. Но это какой-то общий сценарий. Да? То есть мы мало едим белка, потому что это дорого вообще-то. Да? То есть белковая еда, она во всем мире, во все времена эволюционно была дорога. То есть мясо, рыба, морепродукты, молочные продукты. Мы должны констатировать факт, что, конечно, в нашей стране это относительно дорого. То есть многие люди вынуждены питаться неправильно, потому что углеводистая еда, мучные продукты, сладкие, ну, они по факту слаще, вкуснее, быстрее утоляют голод и относительно неправильно. То есть, а чаще всего приходится искать компромисс. Компромисс – это то, что не устраивает обе стороны. Да? То есть это не вполне устраивает доктора и не вполне устраивает пациента, но это какой-то шаг вперед. Да? То есть, то есть получается, что здоровая еда и диета – это не одно и то же. Нет, я вообще стараюсь, вот эти вот диеты Советского Союза, когда была диета по Певзнеру при гастрите, диета по Певзнеру там по гепатиту, по стол номер 6. Да. Но это 5. Достаточно жестко, и это вводит вот в то, что вы говорите, человека в постоянный стресс, то есть он постоянно не знает, что есть. То есть нормальный современный доктор, он должен просто объяснить, как надо себя вести в разных ситуациях и что пытаться есть, а не пытаться подавать какие-то конкретные рецепты, строгие. Да? Строгие рецепты нужны только на этапе, ну, когда надо реально сбросить вес, да, то есть вот, когда человек приходит со 147 килограммами, там, условно, ко мне, да, и говорит, что доктор, у меня нету детей, давайте там решать проблему бесплодия, там, находишь какой-то смешной у него простатит, я говорю, подождите, ну, простатит не может быть проблемой того, что с вами происходит. Скорее всего, это лишний вес, да. Угу. То есть на этом этапе, конечно, пока он нормализует питание, это достаточно строгие рекомендации. А потом начинается такая уже более сложная жизнь без доктора, да, когда ты не можешь каждый день позвонить и спросить, что же мне есть. И здесь вот человек начинает каждый раз выбирать какие-то резоны, как он будет есть, и что, и где он будет, и кто будет готовить эту еду, и кто будет контролировать калорийную достаточность этих продуктов. Это достаточно сложно. То есть можно пожарить, можно сварить, конечно, сварить. Да, можно испечь, а можно пожарить, конечно, испечь. То есть еда не может быть постной, она не может быть пресная, она должна быть вкусной, она должна радовать глаз и нюх. Вот. Ну, это уже секреты профессии, которыми делишься. Ну, да, это секреты профессии, с одной стороны, с другой стороны, ну, действительно, знаете, вот как-то в нашем представлении, достаточно традиционном представлении, все то, что полезно, это неинтересно, невкусно и скучно. Ну, иногда да, я не буду спорить, это не просто на самом деле однозначно переключиться. То есть, положив две ложки сливочного масла в любую кашу, мы сделаем ее однозначно вкуснее. А если мы положим еще две ложки меда, она станет вообще любимой нашей кашей. Вот. Ты всегда говоришь, ну давайте, может быть, мы чуть-чуть уменьшим, пусть мы не уберем его, но мы уменьшим. Можем сварить кашу на воде, можем на молоке сварить, да? Можем сделать борщ на говядине, можем на свинине. То есть никто не будет запречивать, что на свинине борщ будет вкуснее. Бесспорно, мозг просто взорвется от радости. Вот. Но правильно подготовив говядину, его можно сделать тоже достаточно вкусно. То есть, говорю, вопрос от компромиссов, да, то есть пересмотр от говядины к индейке, от свинины к говядине и так далее. Кто на что способен? Да? Кто-то говорит, я не буду есть говядину. Я говорю, подождите, ну тогда как? Мы будем все время сидеть на твороге, то есть вы устанете. То есть еда правильная, она скучная, и она такая вот однообразная. Начинаешь придумывать какие-то специи, придумываешь какие-то новые рецепты, лезешь в интернет, звонишь коллегам, придумываешь какие-то травки, там,
добавляешь там клюкву и еще что-то, то есть чтобы органы чувств все-таки радовались, да, то есть еда в итоге должна приносить удовлетворение. Но мне кажется, через какое-то время человек, принимая это, да, вот, как естественный ход вещей, он, в общем-то, перестраивается, и больше того, вкусовые рецепторы тоже, я сейчас употреблю такое слово, не знаю, применимо или нет, очистившись, или там, допустим, проходит какое-то время и уже забывается вкус майонеза, и поэтому сметана кажется совершенно нормальным, приемлемым продуктом. Вот это вот однозначно. Я хочу сказать, что, например, человек, который курит, переедает только потому, что у него атрофированы вкусовые рецепторы. То есть автоматически человек курящий ест больше для того, чтобы его вкусовые рецепторы достучались до мозга и получили тот же уровень, так скажем, эйфории от потребления пищи, чем не курящий человек. Раз, да. Второе, обязательно нужно подчеркнуть, что очень важно, конечно, трапеза. То есть трапеза должна быть красивой. То есть потребление кофе на ходу, это, конечно, страшно. Это не кофе. Да, я не могу там поддерживать курильщиков или не курильщиков, но мои клиенты курящие, но делают даже из этого некую трапезу, да, то есть они не могут просто выбежать на 20-градусный мороз и перекурить, да, то есть он даже из этого делает какой-то праздник, и тут сложно что-то сказать, наверное, это не здорово, но это все равно не такое вот курение, между прочим, да, вот, очень важно, я считаю, что семья должна поддерживать, понимаете, то есть в семье, в которой все придерживаются каких-то правил, результат наступает быстрее, нежели в семье, в которой один человек, стиснув зубы, сидит там и злобно ковыряет три огурца, да. Манную кашу – это не худший вариант, да. А вот три огурца там или капусту, а вокруг просто пицца там одна за другой заносится. Ну, это же неправильно, да. То есть семья его не поддерживает, она ему говорит: да, дорогой, это тебе нужно, но извини, у меня сегодня… У меня сегодня десерт. Я вам дякую, Роман Борисович, за нашу бесіду сьогодні. Я сподіваюся, що вона нашим глядачам також була цікава, а головне – корисна, тому що варто робити певні висновки і робити свій вибір, правильний вибір. І сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися в цій студії, говорити про здоровий спосіб життя, не тільки здорову їжу, про здоровий спосіб життя. Дякую. Спасибо. Дякую вам, що були разом з нами, слідкуйте за своїм здоров'ям, і у вас все буде виходити в житті. Хай щастить в ефірі, побачимось.